Теперь ты детектив под прикрытием, и я добавила новую фишку в твой коммуникатор. Да ты чё? Диктофон? Чтобы я мог записывать монологи в духе частных сыщиков? Нет! Я был разочарован, но решил выслушать девушку до конца. Это прослушка. Просто направь её на окно, и ты сможешь услышать, о чем говорят в помещении. Но сначала найди идеальную точку для прослушивания. Эта штуковина может даже пригодиться. Я поблагодарил девушку и скрылся во мраке ночи. Сейчас день за окном. Удачи, Чейз. Прослушка. Правда, эта прослушка, наверное, ничем не будет отличаться от нужно найти место, сканирования местности. Что-то ну важное. Ладно. Многоугольники с изображением динамика указывают на то, что поблизости ведут разговоры, которые можно подслушать. Если вы вдруг видите внизу экрана то, что вдруг какие-то там появляются символы, потом они вниз убегают, то это не баг игры, это просто я выхожу в меню паузы и возвращаюсь назад. Ну, типа, делаю перерывы, потом, естественно, их вырезаю. Поэтому не обращайте внимания. А то есть люди, и вот к этому прикопаюсь, мол, это что у тебя появляется? Я этого нигде не видел, я китаец. Наверное. Я в раздумьях, как мне туда попасть. Тут есть метрень, ну правда, метрень, она заблокированная метрень. Мне нравится это делать. А, вижу, я думаю, как мне туда попасть? Эту балку сюда засунул. Кстати, вот этот, по-моему, эпизод был и в трейлере. Да, я помню, я смотрел парочку трейлеров этой игры всего лишь, и все эпизоды из них помню. Что? Да я понял, игра, спасибо! Что ты так обо мне заботишься и говоришь херню всякую. Озеленим! Озеленим эту территорию! Данное задание спонсировано Гринписом. Кашкадавниками. What the hell? А, все вижу. Тут даже упасть нельзя. Нажимаешь топочку вперед и идешь. Ну, можешь как дебил, конечно, попрыгать вверх и сдохнуть, но... Сначала я здесь позанимаюсь чем-нибудь и успею включить фотоаппарат, пока я медленно дойду. Я уж фокусировать на этот раз не буду. А, у меня сейчас и светится значок сканера. Чтобы поймать волну, перемещайте View геймпад, пока значок динамика не окажется в центре экрана. Сейчас покажу вам, как это выглядит. Выглядит примерно вот так вот. То есть вам нужно двигать сейчас вверх вот по вот этим вот стрелкам. А, я не могу одной рукой держать. Это сложно. А, понял, что нужно делать. В общем, нужно найти динамик, вы там его видели сейчас сверху. И бутылку колы. Пойдет? Вот так вот, и нажать А в этот момент. Но так у меня, так как джойстик супер неудобный, то... Непонятно, что нужно делать. Нет, почему? Понятно, что... Мне было непонятно, что нужно делать, а сейчас мне понятно. Нужно найти вот этот вот... Вот этот... Что это? Вот этот значок. И нажать на нем А. Пепперони с грибами в глубокой сковородке. Нужно держать еще. И бутылку колы. В этот момент джойстик именно на этом значке разговора. Ладно, мама, иногда я сомневаюсь в том, что ты меня любишь. По-моему, это где-то уже было. А, так это совсем не нужный мне разговор. И нужно идти по разным стрелкам и находить нужный разговор. Зачем я тебе позвонил? Потому что ты опоздал на собеседование. Ты где? Ты должен был уже быть в лимузинке Чана. Шевелись! Ты не поверишь! Это Баки Батлер! Это тот, который хочет стать членом банды?
Да! Он был в художественной галерее! Такая озвучка! Потрясающая коллекция скульптура в стиле кубизм! Кубизм! Кубики, кубики, кубики! Баки Батлер. Знакомое имя. Я упёк этого парня за решетку года два назад. Если вывести его из игры, то у меня появится возможность пойти на собеседование и стать членом банды Чана. Нужно устранить. Устранить его нужно. Да господи, прыгай! Прыгай! Прыгай сюда! Он никак не хотел прыгать. Господи, как мне далеко ехать-то, а? Подождите, я посмотрю по карте. Господи, как мне далеко ехать-то? Обалдеть! Обалдеть! Обалдительно, как далеко мне ехать надо. Как он сейчас ногу свою не потерял, пластику, не знаю. Полиция Майами! Мне нравится ваша тачка. Простите, у меня погоня. Так вот, радио Шевчука надо, я думаю, запускать. И петь такие песни, что-нибудь типа пам-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам. Что? Что такое Wii U? Это пластмасса. Пластмасса стоимостью 15 тысяч рублей. Пластмасса, на которой игр совсем нахер нету. Пластмасса, которая нахер никому не нужна. А почему? Потому что Wii U — это говно. Никому не надо, ее уже давно. Что с ней делать? Куда ее девать? Нинтендо, ну ешь твою мать! На Wii U игр совсем нету. Может быть, ее использовать как подставку под кофе? Может, отлупить ею малолетнего братишку, чтобы он не срал везде в комментах? А почему такая ситуация? Потому что Wii U просто говно. Со всеми бывает. Никому не надо, ее уже давно. Что с ней делать? Куда ее девать? Нинтендо, ну ешь твою мать! И тут слово пошло! Па-па-па-па! Па-па-па-па-ра-па-ра-па-ра-па-па-па! Па-па-ра-па-ра-па-ра-па-ра-п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 а
сошли с ума, наверное. Я молчу. На таран! Нет, только не желтенькая тачка, она похожа на Бамблби. Я нашел что-то интересное здесь. Сначала проверим все интересное. Сейчас я найду свой второй носок. Я его найду. Найди свой второй носок при помощи Wii U геймпад. Реально, если бы такие приложения выпускали для Wii U геймпад, то я бы... Я думаю, все бы купили Wii U. Только для того, чтобы найти свой второй носок. Итак. О боже мой, тут несколько прослушек есть. Складывается такое впечатление, что он преследует тебя взглядом. У него работа такая. Он охранник. Выглядит как настоящий. А что ты об этой скажешь? Нам нахер это не то. Это Мона Лего. Нахер? Это опять не то? Ух, не нравится мне эта акварель. Тебе много чего не нравится, сволочь. А вот нужная мне послушка. До свидания, сэр. Надеюсь, вам понравилось в галерее. Да, спасибо. Я тут выбрал на память одну классную репродукцию из сувенирного магазина. Ого, выглядит точь-в-точь как оригинал. И не говорите. До свидания. А кто сам сказал, что это? Я и не знала, что в нашем сувенирном магазине продаются репродукции. Ха-ха-ха-ха, тупая скотина. Иди, научись работать. Стой! Я знаю тебя! Ты тот самый коп! А, Чейз, рановато ты карты раскрыл. Тогда я буду мясником. Я просто хочу Черт, не получится.
Не дайте! Еще медленнее, не можете показать? Баки, Батле, Руту, добраться до лимузин Кичана. А, ну он меня ждать будет, потому что это игра для детей, что вы. Ой, извините, людей! Избивай людей, убивай людей! Тварь! Стой! Нет! Дерево! Дерево, я против деревьев! Ничего не имею! Гриппис, извини! Нитро! Я должен в костюме мясника быть! Извини! What the fuck? Нет! Нет, быстрее! Где? Где? Господи! Тачка! Тачка! Нет! Скейтборд! Скейтборд, сволочь! Сволочь, скейтборд! Вернись, сволочь! Нет! Да какой за руль? У меня нет руля. Игра. Ты о чем? Мне нужен скейтборд! Именем закона останови свой скейтборд! Он не уйдет от меня. Стопудово. Да тут нет машины! Игра, иди в зад. Оу, черт. А что, построить не могу? Ну, можно переодеться, прекрасно. Официантка, о, да. А я пешком буду догонять, да, все это время? Ну все, он ушел. Я бы... Я надеюсь, с чекпоинта будет, с момента, когда его нужно догонять. Вау. Я засмотрелся на скейтбордиста. Во всем виноват скейтбордист, это из-за него я упал. Ладно, хоть чекпоинты есть. Уже плюс. О, боже мой! Не надо, сука, эпика! Говнюк! 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 Стой, говнюк! Да! Где он? Полиция Майами, задавим вам именем закона. Именем закона задавим вас. О, да. Именем закона. Лицом в пол. Ты собирался стать членом банды Чана? Это не является преступлением. Тьфу ты, не люблю указывать людям, как им следует выполнять свою работу. Но если ты и хочешь меня арестовать за что-нибудь, то уж тогда за кражу картины, дурачина. А? Ну и тупица. Спасибо, Баки. Ладно, мне пора на собеседование. Ты отобрал у него работу? He took a job! Я предлагаю на этот раз радио выключить, хорошо? Никто же не против. Ау. Ау. Люди, я вестник! Я вестник! Я всего лишь мясник. Отойдите с дороги. Виноват. Извините, убил вас. Виноват. По головке меня не погладят. Да, только по жопе. Каленой кочергой. Что, мне как-то... Карта какая-то маленькая была. Оп, извините, извините, не хотел, сэр, извините. Не хотел. Простите, это что, встречка? Извините, не всех... Страховая компания мне что это было? Припомнит. О, да. Магазин Лего, вау. Неожиданно. Черт, я... Ладно, машина не заблокировал проход. Извините, расследую преступление, не сбивайте меня, пожалуйста, не сбивайте. Не хотел.
Я иду по следу крови. Не, настоящий детектив. CSI место преступления отдыхает. Просто всасывает нереально. Это что такое? Блин, я подумал, это ключ от Лего-магазина. А, у меня как раз динамит есть, чтобы взорвать эту статую. У меня нету динамита. Потрясающе. Был динамит? Нету динамита. Вот он. А, вижу. Ну, как забрать эту униформу? Как ее забрать? Доступно. Джеймс Карри. Всемирно известный метросексуал. What the fuck? Я что, не взял, что ли, динамит? Какого хрена? Здесь столько всего, ты постоянно отвлекаешься. Спасибо, еще подосрал тут детальками. Мама. Это еще и задание. Золотые блоки мне ничего не дают, они не дают мне других блоков. Да, на этой локации только одна статуя была. Судя по данным на джойстике. Я был повернут не в эту сторону. Я могу зайти? Ух ты, я могу зайти. Но мне снова нужен динамит. Давайте еще возьмем один динамит. Взорвем магазин Лего, да! Взорвем магазин Лего. Добрый вечер. Да тут динамит не заканчивается. Да. Я так полагаю, если ты выходишь из какого-то здания или заходишь назад, то динамит у тебя отбирает. Мочи! Да ладно вам, где-то еще третий должен быть. Крушить, Халк ломать! Ну и где последняя, третья фигурка, которую мне нужно собрать? Окей, может это сверху? Ай, неважно. Поехали на задание. Мне нужно на собеседование ехать, я какой-то херней занимаюсь, как в принципе, как в реальной жизни. Ай, простите, не хотел. И вас не хотел. Господи, тут столько всего интересного. Я не могу это пропустить. Еще одна авария, и мне крышка. Да мне насрать. Ты пластиковая фигурка. Ага, пластиковая, неважно. Так, мне нужен, видимо, костюм кунг-фу, чтобы сюда... чтобы... заюзать. Этот предмет, что это, колокол? А может как раз сейчас эту поварёшку и найду? Сакура, иди взад! О да! А чё мне за это будет? Ну кроме того, что нихера не будет. Так, колотушку-то у меня отобрали, что ли? Прочь с дороги! Так, похоже, мне колотушку отобрали. Где я вам еще одну найду? Плевать, я еще серебряную статую увидел. Неважно, сколько контента в этой игре, просто заиграйся.
Потрясающе. Ты новенький парень? Да, сэр. О, мне обещали отборного хулигана, а ты какой-то совсем правильный. Ну тогда, может, тебе стоит претензинки, старикан? Вот это совсем другое дело. Ладно, нужно, чтобы ты кое-кого подобрал. А что, кто-то упал? На машине! Само собой. Речь идет о Форесте Блэкуэлле. Мультимиллиардер, что ли? Он самый. Будет непросто, это точно. Меня гипнотизирует кубик. Блэкуэлла постоянно преследуют папарацци. Они будут висеть у вас на хвосте, а мистер Блэкуэлл этого очень не любит. Понял, разберусь. Я водила хоть куда. Молоток, езжай за ним к башне Блэкуэлла. И будь вежлив, он наш единственный клиент. Я хочу его. Ну, хватайся. Видимо, мне туда не попасть пока что. Лимузин из Лего. Потрясающе. Эй, у меня есть лимузин в игре. Я не знаю, куда я иду. Поработайте водилой для старика. Фу. Эл. Опаньки. Это было опасно. Какого черта? Ну вот, я не видел, куда я прыгаю сейчас. Потрясающе. Сбирайся назад. Занимайся херней. Я прыгал. Наконец-то. И все это ради ничего? Нет, тут какая-то униформа лежала, да. Я ее видел, когда была катсцена. Квентин Спенсер! Лучше бы Квентина Тарантино дали. Опа! Так можно и спину сломать, осторожно. Я не вижу, как, что там нужно. А, заблокировано. Окей. Проход заблокирован, идите в зад. Да не посмотрите на его харю. О, батутики. Ну, на харю, на физиономию. Вау. Тут сколько всего. И в отличие от мира Assassin's Creed 3, этот мир интересно исследовать. Блин. Потому что такая наркомания. О господи. Чем я занимаюсь? Мне нужно ехать. Работать. Ни хрена себе. Да ну нахер работу. Когда тут такое творится? Я даже не знаю, что я делаю и куда я иду. Игра сама меня ведет. О, иди сюда, иди сюда. Вот это хорошо продуманный мир, то есть смотрите, тут можно что-нибудь найти и потом целый паркурный участок попасть. Все что ли? Конец? Конец праздника. Да, похоже, все. Бежим задание выполнять. Полиция! И почему они так сказали? И простите, что ж ты под прикрытием? Вау, внедорожник быстр. Джипи, джипик. Ой, черт, он избивается. Нет, я что-то сзади видел. Прервать, вы что? Простите, не хотел. У меня всего 4 жизни, это печально. Какой быстрый лимузин! Что вы делаете? Зачем вы стоите на пути лимузина полицейского? Это полицейский лимузин, почему? Потому что... Я буду сидеть за рулем и орать. Звук сирены, чтобы вы все понимали, что это на самом деле полицейский лимузин. Лимузин, я заговорился.
О господи, этот типичный музон! Дави людей! А зачем мне показывают то, что у меня 4 жизни, если я и так вижу в левом верхнем углу экрана? Не-не, да-да-да! Давай, эпичный музыку включай! Да! Да-да-да, делай кульбит с переворотом! Не быстрее переходи дорогу, а делай кульбит с переворотом после медленного! После медленной прогулки! В общем, сюда... А в общем, этот город — компиляция вообще всяческих известных мест американских. Статуя Свободы здесь есть, тюрьма Алькатрас есть, мост из Сан-Франциско есть. Господи, такое чувство, что это уже финальная миссия. Такой музон играет. Лимузину удобнее с других машин управлять. Главное снова не перевернуться, как кретин. Зачем я поехал сюда, если мог сейчас налево повернуть? Меня не погладят. Я все равно сбиваю людей, какая уж мне разница, если я нарушу правила дорожного движения. О, да. Что, и даже без музона? Блэквелл! Форест! Мистер Блэквелл! Да подожди! Мистер Блэквелл! Наши друзья! Я был первый! Пропусти! Я к вам обращаюсь! Форест! Куда вы направляетесь? Микрофон убери! Что за убийственные дела? Форест, дайте перешутник, а не собачьи! Господа, послушайте! Форест, вы стерлидите! Оставьте мистера Блэквелла в покое! Мистер Блэквелл! Он просто хочет тайком кое-куда поехать по очень секретным делам, о которых не хочет рассказывать. Пусти, пусти! На унитаз! Он как настоящий сноб стесняется об этом говорить. У меня еще ограниченное время, если я буду сбивать людей. Очень мило с вашей стороны, юноша. Я хочу сходить на один из последних показов спектакля «Игроман по неволе» в небольшом театре. Полагаю, вам уже сообщили, что я не переношу папарацци. Да, сэр. Сделаю все возможное, чтобы оторваться от них. Я отлично понимаю, что вам придется ехать, скажем так, немного не по правилам. Да ты что, правда, что ли? Немного потрясет. О, за меня не беспокойтесь. Мне случалось ездить верхом на верблюдах. Ничто не может доставить. А больше ты ничего с верблюдами не делал? Комфорта пятой точки. А вы, юноша, сами любите искусство? Ну, мне нравится телевизионное шоу, где мартышка распутывает преступление. А, да вы просто знаток. Да. А можно поинтересоваться, о чем спектакль, на который вы идете? Власть, законы, бюрократия. Бытовуха серых людишек. Меня сейчас на карте показывают, где все эти папарацци. А на карту смотреть в этот момент. Это невыносимо, когда твои планы летят коту под хвост по вине дураков. И остается только махнуть на все рукой. Или свихнуться. Да. Свихнуться. Или можно провернуть все как надо у них за спиной. Это третий вариант. Только по секрету. Это мой любимый. Мой тоже. Надеюсь, спектакль вас немного взбодрит. Хорошо бы. Боюсь, в следующий раз мне удастся выбраться в театр еще очень нескоро. Мне предстоит очень дальняя поездка. Ей! Близнецы только что столкнулись. Я скоро вернусь. Ну а эта поездка, к счастью, подошла к концу. Вали отсюда. Ждать меня не нужно. Домой я доберусь сам. До свидания. До свидания, сэр. Миссия еще не закончилась? Алло. То, как ты подвез мистера Блэквелла, достойно восхищения. Твое полное пренебрежение правилами дорожного движения свидетельствует о том, что ты настоящий отморозок и достоин похвалы. Спасибо. Я ненавижу ПДД. Да. Чувствую, что ты именно тот, кто нам нужен. Ты когда-нибудь занимался воровством? Как-то я украл ручки. О! 1000 ручек. У ребенка. Хромого. Превосходно. Тогда тебя должны повысить. Двигай в закоулок слева от свалки в маленьком Пекине. Там тебя будет ждать мой заказчик. Опс. Он посвятит тебя в питание.
Пора встретиться с мистером Чаном. Как вы мне поздно показали маршрут-то. Или нет, или я просто не заметил. Я подумал, надо подрифтовать. Дрифт наш и все. Сори, сэр. Не хотел вас убить, извините. Давайте, здесь должна быть какая-нибудь территория, которую надо исследовать. И все такое. Как во всех остальных миссиях, которые были до этого.